Короче говоря, стрим 24 часа. Это было обычное аурумское утро. Его я решил начать с легкой, бодрящей ходьбы по беговой дорожке. Пока ходил, подумал, что точно так же можно просто ходить по квартире. Начал ходить просто так, но через минуту закончилась квартира. Почувствовал себя глупо. Продолжил ходить по дорожке. Думал, какой новый видос снять на канал. Позвонил своему другу Максу, спросил, есть ли у него идея для видео. Он сказал, что можно сделать бинго-битву сундуков 5 на 5. Я сказал, что это слишком скучно, и предложил сделать стрим на беговой дорожке с большим планшетом, на котором потрачу миллион гемов. Макс сказал, что я сумасшедший. Я сказал, что это неправда. Макс напомнил про последние мои видео. 10 тысяч гемов. После ресторана я заметил что-то странное. Леон копался в мусорке. Я сказал, что, возможно, чуть-чуть. Макс сказал, что не чуть-чуть, ведь я позвонил ему, когда он уже у меня в гостях. Мы начали спорить по поводу стрима. Макс сказал, что у меня поехала кукуха, что я бы даже целые сутки проводил стрим. В этот момент Макс пожалел, что сказал это. А я пожалел, что раньше до этого не додумался. Я начал готовиться к стриму. Чтобы выдержать 24 часа, мне необходимо взять планшет, зарядку, много еды, много кофе. И поспать. Теперь я точно готов. Запустил стрим, поприветствовался со всеми. Всем привет, с вами Аурум, и сегодня 26 августа, 9 часов вечера, и я начинаю свой 24-часовой стрим. Выпил кофе. Понял, что кофе нужно было заварить после того, как посплю. Продолжил стрим. Сегодня я решил, что должен апнуть 30 тысяч кубков на том самом аккаунте с 50 тысячами гемов. Я играл в БС. Потом смотрел видосики. Устал. Посмотрел на время. Прошло полчаса. Что? Ну и я, в принципе, знал, на что я шел. Через час у меня начали болеть пальцы. Я назначил сбор средств на новые пальцы. Через 2 часа заболела спина. Назначил сбор средств на новую спину. Еще через час у меня болело все. Назначил сбор средств на нового аурума. Я продолжал лапать кубки. Я играл сидя, стоя, лежа и даже в танце. Один раз слил кубасы. Поэтому немного поиграл в грустном танце. Прошло много времени. Мне захотелось спать. Я начал бороться со сном. И выпил много кофе. Стало интересно, вредит ли это здоровью, поэтому прочитал статью в интернете. Статья была очень скучная, и мне снова захотелось спать. Я снова выпил кофе. Кофе было очень вкусное, и я решил почитать состав. Состав кофе был очень скучный, и мне снова захотелось спать. Блин, какой-то замкнутый круг! Потом я воспользовался методом, который видел в фильмах. Но желание поспать оказалось сильнее, чем эти жалкие спички. Решил пойти на хитрость. Но, к сожалению, меня быстро раскусили. Потом я добавил себе немного комфорта. И еще немного комфорта. И еще немного комфорта. Получилось слишком много комфорта. Я не мог уже держаться. Слишком сильно хотелось спать. Постучались в дверь. Это была Аня. Она очень странно выглядела. Аня сказала, что у нее есть новость для меня. Возле Ани стоял какой-то мальчик. Неужели я так долго вел стрим и у меня родился сын? Я спросил у Ани. Это мой сын? Она сказала нет. Это наш внук. Я испугался. Выбежал из комнаты. Увидел Макса. Спросил, как долго я вел стрим. Он сказал, что 50 лет. Я не поверил. Зашел в YouTube. В трендах были Влад А44 и Моргенштерн с песней «Новая катафалка». Как же долго я вел стрим. Макс добавил, что теперь все в мире Бравл Старс. И каждый сам за себя, как в ШД. Потом Макс исчез. Постучали в дверь. Это был Сэнди. Я понял, что начался ШД и нужно бежать. Возле комнаты стоял ворон. А кровать охранял очень страшный Спайк. Меня окружили. Мне некуда бежать. Доброе утро, Аурум. Я проснулся. Я все еще был на стриме. Подошел к Ане. Она была нормальная и без внука. А мир не превратился в Brawl Stars. Я был доволен. Нужно заканчивать стрим. Посмотрел на время. До конца стрима еще 10 часов. Твою же мать! Короче говоря, стрим 24 часа.
Бро, надеюсь, этот ролик тебе понравился. Если это так, прямо сейчас прожимай лайк и подписывайся на канал. А также помни, что 26 августа на канале Aurum Everyday на самом деле пройдет стрим 24 часа. Это мой собственный челлендж, который я сам себе загадал. Надеюсь, я выдержу, не умру и не задоначу 100 тысяч гемов. Хотя, кто его знает. Короче, залетай по ссылке в описании на канал Aurum Everyday, подписывайся и жди стримчанский. Тебе будет точно весело, мне не знаю.